Гавриков на льду так больше и не появлялся. Ой, да, 1-1. Ну вот, кончилась эта сухая серия «Локомотива». И на самом деле я говорил, что бесполезно ошибки от «Локомотива» ждать в собственной его зоне. Но вот сейчас, пожалуй, что допустили какой-то просчет в обороне, потому что, ну, фактически из центра зоны был бросок, так нельзя. Забыли игрока. Ну, он, конечно, классную передачу сделал Семин. Здесь еще отрицать.